Добрый день, дорогие друзья. Разбираем на практическом примере применение аппарата типа Тераган, массажного пистолета, для подготовки к мануальной терапии, массажу, ручному массажу, либо как самостоятельный лечебный метод. Итак, что мы должны с вами знать? Перво-наперво, мы никогда, ни при каких условиях, не бьем по остистой линии. Ни массажным пистолетом, ни чем бы то ни было еще. Вторая важная анатомическая конструкция – это ось лопатки, удар по которой также очень болезненный. Дальше идут у нас те конструкции, которые связаны с плечевым суставом, верхняя часть впадины, крепление ключицы, и все эти образования мы должны также сберечь.